ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. Народное единство у нас в обществе, я так думаю, что отсутствует. Оно общество разделилось на до пандемии, после пандемии. И отношение у людей двоякое тоже к этой пандемии. Так что оно, нету пока общего единства. Но в глобальном у нас оно есть. Мы все-таки за Россию, за ее, как говорится, нерушимость. Единство в нашем сообществе, не знаю, наверное, все-таки есть. Вот. Ну, праздники, я не знаю, какие сейчас праздники в связи с пандемией. Никто, наверное, не будет отмечать. Не каждый-то знает, что такой праздник вообще есть. Единства у нас в обществе сильно мало. Если было единство, мы, наверное, все прививались. Сейчас мы начинаем вспоминать. А единство кого, с кем, с чем? Только исходить из самого значения слова «единство». Ни для кого не секрет, единства нет. Потому что расслоение очень большое. Конечно, экономическое это, естественно. Ну, традиция, видишь ли, она появилась с установления этого праздника. Но не утвердилась, я думаю, что... Все-таки в памяти, 7 ноября в памяти, мы выросли с этим праздником, так сказать, патриотами стали с этим праздником. Ну что ж, может быть, молодое поколение будет иными путями идти. Я не знаю, есть или нет. Прививки то делайте, то не делайте, то все нет, все как-то, знаете, это неопределенно. Ну, вы сами этот праздник как-то отмечаете, что для вас что-то как-то значит? Сейчас вообще никто никакие праздники не отмечает. Скоро и Новый-то год не будут отмечать. Что это праздник народного единства? У школьников спросишь, какой праздник, никто не знает. Есть, конечно, есть. А как без него? Никак, никак без него нельзя. Так что все хорошо. И здоровья, всем здоровья.